Приговором закончилось расследование резонансной аварии в Качугском районе. Там летом 2019 года произошло ДТП со скорой, в которой везли беременную женщину. Она погибла. Виновным в аварии признали 54-летнего водителя спецавтомобиля. Ему предстояло в срочном порядке доставить пациентку из поселка Качуг в больницу Устьярдынского, но шофер не справился с управлением. Машина перевернулась, а водитель не придумал ничего лучше, как скрыться с места аварии. Однако его быстро задержали, тогда-то и выяснилась причина поспешного бегства. Мужчина находился в состоянии опьянения. Беременная пациентка в результате ДТП умерла. Женщину фельдшера пришлось госпитализировать. Как позже установила экспертиза, ее здоровью был причинен тяжкий вред. И вот теперь суд вынес приговор виновнику аварии. Водитель должен будет 7 лет провести в колонии-поселении. Также он на 2 года лишен права управлять транспортными средствами.